Владивосток, 6 декабря 2022 года. Сахалинская, 17. Столовая, 113, с 10 до 18. Сахалинская, 21, вот этот дом. Там через дорогу энерготехникум.
31 автобус ходит здесь от вокзала до Тихой. Кондитерская, лакомка, вот хлеб. Сбербанк. Что здесь? Какая-то часовенка стоит или церквушка. Декабря 1907 года здесь были расстреляны царскими палачами 19 матросов-тихоокеанцев. И с этой точки открывается вот такой вот вид. Там за домами парят, дымят трубы ТЭЦ-2. Сахалинская, 30, это дом. Через дорогу рынок находится. Там они
деревца высажены. Кинотеатр «Галактика», но он, кажется, закрыт, или что, я не знаю. Установили лавочки новые, брусчатку уложили. Детская площадка здесь. Качельки. Турники. Марусья. Здесь вон тоже что-то, турники, брусья устанавливают. Есть хоккейная коробка. Саева улица.
Добровольского 21. Там через дорогу находится колледж сервиса и дизайна. Но это от университета в ГУЭС. Сейчас он называется ВВГУ, Владивостокский государственный университет. Добровольского 23. Стадион. Что здесь за адрес? Добровольского 29. Вот здесь за дом Добровольского 37.
Волкова 3. Вот этот вот дом. Да, спасибо, Вер. Давай, сейчас будешь. Не, у меня сейчас занято. Добровольского 45. Вот этот дом.
Сахалинская 57. Сахалинская 17. Здесь гаражи, гаражи, гаражи во все стороны. Что-то здесь разрыли, видимо, трубу ремонтировать собрались. Что здесь за адрес? Борисенко 30. Борисенко. Так.
Борисенко 74. Монтажная 1, вот этот дом. Сорок первая школа.
Борисенко 22А, вот этот дом.